А, типа по таким вот большим... Да, да, да. Ты просто... Не, Кузак, вот просто смотри. Вот, смотри наверх. Сейчас? Йоооо, пердыки! Ну что же, народ, всем здорово, с вами Кузак, Барт и Куз, и сегодня у нас будет не маньячок CSGO, а паркур в CSGO, ё-моё. Йоу, братишки, всем здорово. Всем привет, ребята! Короче, пацаны, вам уже надоел 100% маньячок, и мы решили, а чё бы не записать, ну, в CS-ке, и вот мы нашли как раз-таки вот такую прикольную карту. Чё, пацаны, карта погнали? Сделана в стиле Redline, то есть это какая-то, ну, типа скин. Типа скин, какая-то, да, лава, да, да. Знаешь, больше похоже на какой-то... Пол — это лава, так что нам не надо спускаться на пол, а надо проходить весь этот паркур. Ну, так. Мы, кстати, тут хотим припотеть немножечко. А здесь чё, в чём прикол-то? Получится. Если слетишь, то тебе всё заново, здесь нет никаких контрольных точек, как в GTA-шке. Ну да, уже, кстати, привычка. Это с этим я есть. Упал. Чё в голосовой чат там говорит этот твой друг? А я не знаю. Так, так, нормально. Надо как-то аккуратно это пройти. А, минус те серия будет, отлично просто. А, нет, ну блин, нет, я заново пойду. Ты его можешь замьютить. Пацаны, я это... Я прошёл. Ты прошёл? Да, я прошёл. Блин, а сейчас, а стоп, а куда там дальше? Да мне кажется, тут вообще... Там уже кто-то еще прошёл, какой-то террорист. Это вы прошли? А, нет, это Андрей. Нет, это твой друг. Ага, я понял. Я со второго прошёл. А как здесь-то надо, стоп? В смысле, ты прямо здесь надо стрейфом? А там можно как-то так вот зацепиться, типа, как на коробке на Дасте? А я не знаю. А стоп, а как ты так? Так. А, типа надо перепрыгнуть с этой на ту? Да, да, да. Нарушить все законы физики. Я так не умею, сейчас ребят, я буду здорово. Пытаться. Погоди, а если... А если так? Так, так. А, слушай, братан, лайфхаки. Спасибо, то, что подсадил. А, ну я-то могу пройти. Я, ребят, в кэске вообще не умею, на самом деле, ничего делать. Так что, если что, прощайте меня, я могу нубить. А я сам смогу допрыгнуть. А я вообще первый сильвер, привет. Первый сильвер. У меня у самого второй сильвер. Капец, не, ну я сам допрыгну, мне кажется. Так. И не надо говорить то, что у тебя первый сильвер, у тебя там какой-то калаш, я помню. Да, так что не надо. Нормально. Вот. Прикольно, дед спалил. Так, а здесь надо еще как-то допрыгнуть. Да. Опа! Смотрите, да. Только не упадите, а то мне вас опять подсаживают. Я понял. Я стараюсь проходить все на одном дыхании. Тихо. Я тоже, кстати. Тихо. О! Так, а теперь. Блин. Туда надо на ту башенку. Давай, 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 давай. Блин. Назад, назад спустить, кто там. Лучше, первый лучше, да, назад. Так, я готов. Тихо. Я готов. Ты не хоп, что ли, подрубил? Ай! Слетел просто под конец, а ну как же так? Вот туда, ты, ну ты можешь нас подождать там, в принципе. Братан, и потей, да, давай. Окей. Я вот здесь подожду. Да я и так уже потел, ию, очень сильно. Блин, у меня уже ладошки просто вспотели, у меня уже мышка потная, прям вся уже обтекает. Ага. Да это я мой обтекущий парень, обтекаемый. Как эротично прозвучало. Да-да-да. Обтекущий парень. Обтекающий, прям как новый телефон LG, ой. Ой, понятно, реклама. Все продался, Кузака. Я из этого слетаю, надо сосредоточиться и не болтать ни в коем случае. И реально уже эти маньяки задолбали, а здесь что-то новое и второй раз на одном и том же. Ноу-клип используй, ты все равно до этого момента дошел, все спокойненько. Окей. Там же, типа, как мы проходили, правила такие, типа, 5 платформ прошел, если на 6-й залоханился, можешь ты поехнуться, потому что... Я фиг знает, какие правила, но мне это хорошо, что это подсказал. Сейчас давайте, может, делаю. Просто знаете, как делать? Если ты прошел, ну, короче, проходишь, если ты падаешь, то а ты теперь как? 5 делаешь. Что теперь надо делать? Здесь прыгать надо. Только осторожно, здесь пол сливается очень сильно. Так, я понял. Фу, хорошо, что здесь хотя бы чекпоинт есть. Так, это изи. Блин, я Кузак, я тебя жду уже. А, в смысле, мы здесь с Яриком не могли пройти, все, мы здесь. Так, а что теперь здесь, куда там надо? Вот наверх. А, типа по таким вот большим... Да, 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 здесь нормально. Ты просто... Не, Кузак, вот просто смотри. Вот, смотри наверх. Сейчас? Да. Йоооо, пердыть! Охренеть! В смысле? Это что за зубы? Обойди, свалиться. А, ну давай, кстати, некий хороший правило сказал. Это прям как у Пеневай за это... Чей... это... Значит, вот на как он называется? Рот его. Потом на этой... Так, погоди. Ясно. Раз, два... Я слетел сразу на первом же кругу. Когда я прошел. А, здесь. Ты в смысле, ты уже все прошел? Чё? По-другому надо было. С парнем пацан Лары вы здесь не пройдете, здесь капец. Просто настолько жестко. Нет, тут легко. Не-не-не, здесь-то легко, я допрыгивал, сколько. Пацаны, я потею на каждом просто прыжке. Сколько раз? Все понятно. Вот, вот здесь. На каждом прыжке моя жизнь прокатывается. Пять.
вот. А, типа, оно мне даже... Я даже не увидел. Прикол. Так. Как теперь надо сюда? Мы здесь не допрыгнем, пацаны. Здесь этот фильм даже я не умею. Так, это изи. Я почти допрыгнул, я стукнулся. А! Да ну. Не, давайте вот отсюда. Ясно! Да кто это такой прыгнул-то на меня? Кто? Да не, ребята, респаунитесь на вот эту штуку, потому что мы тут долго будем, если не проходить будем. Это реально очень-очень долго так. Будет. А так, да, здесь же чекпоинт у нас вроде есть, нет? Блин, а как реально до туда долететь-то? Я только стукаюсь об нее. Смотрите. Здесь, оказывается, есть лестница, неужели? Где? Офигеть! Что? Вот это лестница, ты посмотри! Вот это лестница. А, я тоже поднялся. Да, вообще классная лестница. Смотри, еще раз показываю. О, какая лестница классная. Да ладно, шучу. Да, вообще, мне туда дальше. Вы что, серьезно? Нет, так не надо. О, допрыгнул. Да. Я уже такой размечтался, типа допрыгнул. Да я не знаю, это нечестно все равно как-то выглядит. Ну ладно, это все равно... Не, ну тут вообще не. Не, а что делать? Не, я сейчас еще раз попытаюсь. Три человека попробовали около 30 попыток, и ни один ни разу не залетел. 90 попыток в общем. Никто ни разу не залетел. Да она не долетает просто. Нереально или то, что мы не можем? Нет, да мне кажется, мы не... Это реально, но мне кажется, это шанс 1 на 1 000 000 просто. Потому что, ну реально, тут три человека, четыре даже человека пробовали несколько десятков раз. И никто ничего не прошел. Но тут, да какие десятки? Мы уже здесь 10 минут сидим вот на этом испытании. Я и говорю. Нифига не получается. Сейчас. Так. Не получилось, ребят. Не, ну сейчас получится, я уверен. Да блин, я... Получится уже 50 минут. Я уже реально, я не понимаю. Мы тут минут 30 уже стоим. Пацаны, мы даже карту перезапускали, потому что тут на спавне сейчас было. Сейчас, ну, кстати, вроде бы с угла на угол получаешь немножечко. Вот с самого начала... Получается, была такая тема, то что... Да ладно! Чё? Он допрыгнул! Чё? Я просто прыгнул по прямой, как всегда! Он меня просто взял, полетел, как будто... Чё? Охренеть! А погоди, ты типа с угла на угол? Я типа как-то по углу немножко пошевелил мышкой, вот чуть-чуть, вообще ничего, он у меня как-то сам полетел, хрен знает. Как? Уходи, я тоже прыгаю. Вот... У меня сейчас истерика, это хуже, чем скилл-тест GTA 5. Я почти долетел. С угла на угол, Некит, с угла на угол. С угла на угол? Спустя как? Вот так, что ли? Давай, с угла на угол. У меня прям вообще получилось. Да ну! Я тебе говорю. В смысле? Вы уже все красавцы! Как вы так все троем прошли-то? По амплитуде, по стрейфу. Мы так сразу не делали. Охренеть. А куда дальше? А куда дальше? Тупо вчетверо. Я тоже не пойму вообще. Что за жесть? А, здесь платформа. Здесь нет, платформа. Здесь а вот, смотри, вот сюда можно надо прыгать. Как-то? Не-не-не. Да, ага, не надо туда. Нафиг надо просто. А как тогда туда надо забраться? Просто так. Поворотом. О, не тяжело, не тяжело. Я не понимаю. Тут Андрик. Ладно, я типа прошел, я ничего не знаю, я слетел специально. Ну, конечно, там много клипов. О, я тоже прошел, нормас, давай, погнали. Тихо, тихо, здесь опять же такая штука. Да как? Давай, прыгай. Все, допрыгнул. Жесть, сколько мы-то минут сидели? Сколько мы минут на одном чекпоинте, считай? Да. А стоп, поворот, кстати, здесь вроде бы опять просто прыжки пошли, и не тяжело. А куда там надо именно? Там просто слева направо. Да как там надо перепрыгнуть-то? Справа, слева направо. Так, ладно, все, я... Там дальше вообще... Там дальше, если пацаны пройдете вот этот... Я не могу это пройти, у меня не получается повороты проходить, я не умею. Лол, вот дальше вы поймете, что такое боль. Ай, пацаны, я не могу. А, ну не, был. Легко. Я ныть буду. Колонна. Некоторые люди на геймпаде вытворяют такие вещи. Я тебе про что и говорю. Перепрыгивать с одной на другую. Да, собака, ну это нереально, матанга. Согласен. Блин, так это сложно. Да, это тяжело. Я это никогда не пройду. Так, мне вроде Андрей подсказал. А я, кстати, все с первого раза прошел. Да, о, по Андрею тактике лучше получается. Ну-ка, сейчас. Андрей вообще кейсер, насколько я понимаю. Он нормальный такой. Да. Ты полюбил. Вот там уже в это... Да все, мы тебя здесь ждем. О, я допрыгнул! Привет, хорошо. Привет. Так, теперь главное не слететь. Я уже запутался в клавишах, блин! Тихо. Реально, когда долго играешь, вот эти прыжки у тебя уже потом сейчас, в принципе, пальцы отсыхают. Ну, а там вот сейчас ты почувствуешь, что такое боль, по идее. Да я уже почувствовал, что такое боль, извините меня. А куда там надо... По кругу, вон у тебя там платформа. Они, в принципе, легкие довольно-таки.
Ну все. Это я пройду. Красавчик. Не, ну мы уже реально устали, потому что мы реально по тем, как просто в GTA какие-то азиатские реально. Дырочки. Вот такая да, жиза, когда азиатских дырочек, Ярик, выпускают раз в полгода. Да, да, да. Ну, а здесь карт вообще очень много, и мы можем попотеть. Если вы, конечно, поддержите лайкусиком и комментарием позитивным. Ребят, все, принципе, у меня еще один вопрос, а вот как здесь допрыгнуть? Кузаку реально надо поддержать. Здесь перелеты, что... я не знаю, как да, ты их перелеты, пройдешь. Да, перелеты. А как вы это... Сейчас я облечу, секунду мне просто. Кузаку вообще GTA-шер, его реально надо поддерживать, он красавчик. Да мы все GTA-шеры, ты скрот-механик, шеский. Ну, я как бы немножко играл там в CS хотя бы. Не, ребят, в чем прикол-то? Я вообще потому что на клавиатуре никогда не играю, и... Да. Ты почти сейчас долетел, кстати. А может тебе сенсу побольше поставить? Сенсу, то есть... А, я, кажется, вспомнил мышку, да. Сейчас, помощь настройки. Сейчас еще буду искать полгода. Клавиатура и мышь. Чувствительность мыши. Ну, Агрик задрот, а. Да, вообще жестко. На четверочку поставлю. Во, вот так вот сейчас. Вот так, наверное, сейчас пройдем. Давай, Кузак. О, так, кстати, легче чуть-чуть. W не забывай отпускать. А я, это как, да. Это как глайд в GTA-шке. А, так я не дорассказал. Я потому что, ребят, постоянно на геймпаде играю во все игры. И, то есть у меня уже привычка на сосочки нажимать, а здесь надо на клавиши, на сосочки. Привычка на сосочки. Да! Да что-то вообще реально сложно. У меня уже пальцы онемели реально. Я не понимаю, как некоторые люди делают, точнее, играют в паркуры в GTA 5. Ты слишком резко, мне кажется, поворачиваешь просто мышкой чуть меньше. Нет. Ну или тогда чуть позже прыгай. Во, сейчас хорошо. О, красиво. Здесь у меня сохранялка. На каждой этой штуке сохранялка. Окей, идет. Все. Да. Согласен. Потому что это очень сложно. Да, Ники тоже сохранялся. Видишь, хорошо. Чуть слишком быстро поворачиваешь мышкой, и ты врезаешь в этот столб. А тебе надо прямо его облететь, как я не знаю. Да. О, красиво. Во, уже получается, да. Реально. Я прям... Красавчик. Реально, смотри! Два подряд сделал. И слетел с него. Я просто очень сильно кружусь, прям как... Да, три подряд. Хорош. Ребята, да я научился, по-моему. Здесь такое же, только в другую сторону. Понял, хорошо, братан. Да, блин, по вашей тактике прям... Угу. Во, почти. Вот это хорошая была попытка. Сколько мы это будем проходить? Да, здесь еще вон сколько этажей. Я просто вот, ребят, это просто какая-то... Андрик уже вообще высоко сколько. Ну да. Нет, но он играет с какого? 2014 года, я помню, мы купили все вместе. Он без остановки просто. Его еще вакбан не дали? Нет, было. И ему вакбан не дали. За что? Нет, было. Я понял, я неправильный вектор этого беру здесь. То, что он играет в CSGO. Вот здесь вот так вот надо, по-моему. Дело в том, что... Опа! Хорошо. Красиво. Так, ну все, здесь сейф, так что ничего сложного нету. Да, 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 отлично. Фух. Да, в принципе, дальше не тяжело будет до нас дойти. Ну да, надеюсь. А вы там где, кстати? А, вот они вы. Все, понял. Ага. Ребята, мы уже сколько эту карту проходим? Сейчас уже почти 12 часов без 5 минут. Это жесть. Да. Ой-ой-ой-ой. Начали где-то в 10. Не в 10, шучу. В 10 мы начали типа подготовиться да к записи. Как обычно, ребят, вот знаете. Да. Сейчас запишем за 15 минут. Как я мог слететь с мысли? Не, типа... Окей, все, я понял. Все, да, продолжаем. А, жесть, да, продолжаем, пацаны, продолжаем. Сюда. Ну, как хочу вниз посмотреть. Ни хрена мы уже забрались, как высоко. Это да. Смотрите на потолок, потому что здесь будут сейчас кушаться всякие платформы. Кстати, да, эти платформы... А там тоже надо погибающий, типа? Я не знаю. Нет, мне кажется, не надо. Не надо. Просто до конца вперед нажимайте. А так просто на контроле. А, ну, нет, не просто на контроле. А, да, только я перелетел ее, прикиньте, я уже настолько научился проходить. А, вот сюда. Да ладно тебе, пропусти меня. Я, капец, вообще, я ж билет купил. Куда дальше? Во! Нет. Куда? На редлайновскую дискотеку. Так. Прикинь, редлайновская дискотека, это так классно. Тяжело будет. Да я слетел, ничего не знаю, сейчас возрождаюсь. Как в GTA-шке. Уже просто... Так не хочется это проходить, у меня уже так горит от всего этого. У меня я уже хочу идти отдыхать, да, у меня пальцы болят. Я путаюсь уже, куда прыгать, потому что здесь все в одном цвете сделано. Я путаюсь, на какие клавиши нажимать. У вас есть такая штука? Да. Ну, не, я как бы привык. Мне просто... Я вот с GTA-шкой постоянно путаю, вот даже такая тема. Постоянно на F жму, а он мне с ножек. Да. Так, теперь здесь опять перепрыжки. Ведь мы флексим высоко.
А потом куда я, Никит? С первого раза прошел? Вообще, кто? Якуза, а, не прошел. Там дальше, смотри, там дальше. Я вообще потею, я же говорю, тут вообще какая-то очень читерская, она вроде такая же, но... Видишь, да? Пролетает почему-то. Даже не знаю, где тут вас подождать, потому что здесь все не понятно. Хорош! Чё себе? А ты кому хорош, мне? Я скилловался, я тебе. А так там... Кстати, у меня под конец лучше получается проходить, именно под конец испытания. Я 20 попыток где-то эту фигню прошел. А я там нубил зато. На тех дощечках, где надо, типа, на конец прыгать. Ай! Че так тяжело? Не, ну вообще все на одном дыхании проходит, вот как у меня. А че здесь бы не прыгнуть? О. Так, теперь куда надо? Погнали, вот смотри, вот вправо. Да ладно, это жесть. Ярик, что ты нам запустил? Ярик всегда найдет ход, от которого у нас будет гореть. Я вообще прям не понимаю, что тут... А как здесь долететь? А как здесь долететь-то? Он меня не долетает. В смысле вниз, я не понял. Я, кстати, тоже думал, что не долечу, но как-то долетел. Не, ну ты-то прошаренный поц. Куда ты? Да, плеваться. Не понял. Так. Ась. Да, не понял. Ась! А потом как? Понял? Ась! Прям как у Зака на Игромире такой. Ась! Допрыгнул. Сюда, распрыгнул. Ась! Допрыгнул. Оп. Походу так. Здесь уже... Ага, здесь вот так вот. Тон-тон-тон-тон. Мне помешает. Пацаны, если вы хотите реально больше такого, только, мне кажется, на следующий раз мы, наверное, карту поменьше запустим, потому что... Полчаса-то смотреть не совсем круто, там пельмешки у вас уже все закончились. Ну, мне кажется, кому нравится, тот посмотрит. Ну, возможно. А, да что ж я так нажимаю, то чтобы не перелететь-то их здесь. Слышишь, я А. Так, все, новая попытка, я готов. Нифига. Я настроился, я пройду. Просто это. Попил водички и опять... Все фигово получается, ладно. А ты, так ты очень быстро просто проходишь. Да, так я хочу на скорости, потому что это кайфово, когда на скорости проходишь. Ладно, я хочу заново реально по... Все, буду аккуратно, но я это заново пройду. Потому что, блин, это такой изичай, а я постоянно слетаю. Мне реально стыдно за себя. Я так... Вот просто на прямом... Ребят, только я так могу... Просто вот на кузаку смотреть, это просто... Реально, надо просто спокойно так нажимать на Ctrl на каждом шагу. Чтобы спокойно приземлиться на ножки, нигде не спотыкаться и спокойно все пройти. Мне это нормально, раз, как ты прям быстро. Два. Спокойно, ребят, просто спокойствие. Хоть уже нервничаю, потому что хочется побыстрее, время, деньги. Надо быстрее проходить. Не, ну потому что реально... Ну ладно, здесь летел на конце, ничего страшного. Здесь я дождусь. Пофиг. Все, я готов допройти это и спокойно... Да... Ехать до сюда. Угу, конечно. Куда тут прыгать-то? Ребята, здесь, получается, надо было с последней ступеньки сразу туда вот на ту платформу, да? Да. Понял. Сейчас. Да. Раз. На угол там нижний. Да, на угол, а потом как... Не, а сейчас вот перелетать надо. А перелетать на куда? А, типа туда вот, понял. Да. Наверх. Все. Ярик, а куда? Да, хорошо. А тебе тут перелетать, смотри, ты же можешь отлететь немножечко, посмотреть. Тебе это опять такой же перелет. Ядрёна матрёна. О, прошел. Вот когда другой угол взял, сразу прошел. Так, а теперь куда? Сейчас я просто проведу обстановку. Это жестко, это реально какая-то. Это очень жесткая карта. Фигня, знаешь, вот, реально, вот эти все ярики, оверы, они читерят прям жестко. Они же в 1.6 играли. Я хочу сказать, ребята, вот просто вот всех лайкусик, я реально очень жестко потею. Мне сложно, мне реально сложно без какого-либо там настроено. Без геймпада. Без геймпада, реально. Если бы геймпад дали бы и немножко физику поменяли на него, то бы я спокойно просто на нем бы это все прошел. Мне кажется, на геймпаде было бы дико неудобно. Мне удобно, я очень сильно привык. Если бы, смотри, у тебя было бы два соска на полную руку, и ты типа такой берешь полностью их оплаты, знаешь, как коробка передач. Ну да. Ты берешь, и ты так можешь резко навестись на человека, да? Типа, можно было бы... Да это как этот штурвал у аэробуса. Да. Джойстик это уже какой-то. О, так. А теперь, как я понимаю, туда надо. Какой аналог азиатских скилл-тестов? Мы это полтора часа... Мне кажется, это азиат проходил, точнее, создавал все это дело. Азиат проходил. Ну, азиат и проходил, и создавал это. Так. Нифига, 14 FPS, чё-то пацаны. Да почему я слетаю, я стоял, даже не двигался потом. Он слетел. 13 FPS. Так.
Потом куда еще, что ли, прыгать надо? Ярик! Да, да. А мне куда надо? Мне сейчас ну туда вот? Прыгай, прыгай, да, да. Наверное. А, я думал, что мне еще надо выше. Хорошо. А, типа и слева вниз. Прыгивать. То есть опять, да, да, да. Как он не сдох, если... И реально, если здесь без года, то бы я бы уже сдох да, бы. Да. 1000 миллионов просто раз. Во, сейчас вот прикольно здесь, вот, где не надо эти прыжки. А здесь себе, тебе сейчас опять понадобится такая. Вот здесь. Да тупая ты штука масловская. В принципе. Возможно, да. У тебя на сенсу некий, наверное, побольше поставить. Да нет. Так. Сейчас кузак облетай. Облетать, а в какую сторону? В любую, какую тебе удобнее. Я справа облетал, как ты сейчас хочешь. Оп. Я реально очень жестко устал уже. Да почему? У меня так всегда получалось. А теперь кузака не может, типа, да, здесь сказать? Юрий, скоро вам подарю подарок. Вечная память. Ребят, это не я, Юра. Почему вы всегда в комменты пишете, что я Юра? Я Илья, это мой учитель по математике. Сколько вам раз повторять? Уже миллионов раз сказал в КС-ке. Смотрите видосы, знаете, кто такой Юра Бурмицкий? Это самый лучший человек в скобочках. В скобочках это человек... Пьяный приходил на уроки. Норм. Так что это норм, челик. А он двойки стоит. О, допрыгнул. Не, он только четверки в основном. Хорош, вообще бухал за четверку поставил. Да, если ему принесешь всякого там блейзера, то он там вообще тебя запомнит, будет пятерки тебе ставить. Отлично. Слушай, у меня перелет. Зайка повороты с первого раза прошел. Зайки был идеальный. Знаешь, такой... А его уволили за то, что его спалили. Он, за ним директорша типа шла такая. И от него прям несет такой шлейф алкогольный. Это так выглядело, вот такую шо. Да, это называется перегар. Ну там нет, там не перегар, там прям спиртом от него. Ладно, нашли о чем говорить в КС-ке, но я думаю, ребята, вы сейчас угарнули, если вы, конечно, но не смотрели. Но это истории всегда ну, ценились в, этих, в роликах. Они ну да, я думаю, что, ребята, если вы хотите больше вообще всех историй, то просто ставьте много плюсиков. Да. Мне много чего можно рассказать угарного. У Ярика, у Никиты скучная жизнь, ему нечего. Да. Так, надо как-то... А как здесь полетать-то? Так же-то, ну, здесь даже полегче, мне кажется, чем обычно. Просто больше разгон берешь и, типа, больше поворачиваешь. Конечно, ты, да не, здесь сложнее. Ты слишком сильно поворачиваешь. Я не вижу оград, из-за этого мне сложнее. Mm. Да ладно! Смотри, здесь вот так можно. Думаешь? Да? Ну да, кстати, ты почти. Только успеть надо прижать Ctrl. Блин, как это сложно. О, смотри! Новая тактика почти работает. Реально так можно, по-моему. Новая тактика. Так и надо было проходить. Да ты чмо! Я летел на попытку хорошую. Так, ну-ка. А что он сделал? Смотри. Да-да-да. А, здесь подальше будет кузак и платформа стоит. Так, ладно, я долечу. Вот здесь... Да ладно тебе в жопу. Три. Да и как ты это проходишь-то? Ни хрена себе ты. Наконец-то. Да не, кузак, пробовал летать. Там и у меня уже горит от этих облетений, сплетений, косвенных. Оу, некий дальше пошел, красавчик. Да ты пидар! Ребят, это бомбом, не бомбом. Я хотел сказать, я просто уже реально не могу. Короче, надоело, я так вот прошел, все, ничего не знаю. Мне реально уже горит от этой карты, ребят, я такого никогда не... Скотина, чтоб... Больше такого не запускал я никогда в жизни. Вот если этот миллион просмотров соберет, то я запущу. Вот если не наберет, вот если будет 999 тысяч, то я не запущу. Хорош. Что это дальше? Сука, блядь, ты просипал. Кривой разработчик, ну как так можно было создать реально? Чтоб нюклешни отвалили всего от его создания. Все бомбления кузаки, ребята, где если смешно. Во! Первый раз облетел, вот, первый раз облетел, соси жопу ты. Если бы была бы не ночь, то я бы сейчас так побомбил бы здесь. Уважаю ночь, за это не бомблю. Я тебе зуб даю, что не зайду больше на эту карту. Вот просто один зуб. Один зуб остался. Собака, тварь. А, он, кстати, завышенный. Я его сейчас занижу. Это вот самое сложное. Я не могу этот зуб пройти, ребята. Ну как это проходить? Вот вы вот профессионалы в КС, вот объясните мне, вот как?
Ну просто чуть-чуть я поворачиваешь. Так он не поворачивает, он стукается об зуб, ебан, этот. И все, и не получается. Это даже оставлю. Я реально... Вот, соси! Слава! Лайки! 150 тысяч лайков минимум. Да, плюс 100-500 лайков. Куда дальше, давай, ребят? Сзади, сзади, вот. Да вы издеваетесь. Сзади. Я уже боюсь реально эти карты слететь где-то. Я, прикинь, без ноуклипа, без года, без всего. Да-да-да, с одной попытки нет. Какой-нибудь там игрок-азиат пройдет это на зичах. Так, с первой попытки. На зичах? На зичах, прям на хайпчомском. А кстати, теперь попробуй с первой попытки все пройти. А, так это уж изи. Найс. Я даже чуть не перелетел ее. Так, а теперь куда? Сюда? Да, не знаю. Отлично. Сколько там еще сюда, этих сюда, платформ? Сюда. Ага. Сюда. Ой, чуть не слетел. Хорошо, что здесь я более жирный. Так, а теперь куда? Куда? Вот сюда. В смысле? А, типа... Ой. Вроде как. В смысле? Ты что, меня надуриваешь? Не, вот сюда, вот сюда. Вот смотри, вон. Не понимаю. Вроде бы... А как? А, не-не-не, смотри назад, 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 бери, назад, вот сюда. А, лох. Все, так, хорошо, а теперь куда? Да, вон вверх. Да, ё-моё, я уже запутался, реально, я думаю, что туда вообще в ту сторону надо. Ребят, у меня уже реально глаза закрываются. Да, еще бы сейчас да. ноуклип сам подрубился. Тупая механическая клавиатура с заеданием клавиш. Никогда не покупайте механическую клавиатуру от Lenovo. Самая худшая компания в мире. Бомбит уже. Ну дай так мне эти рекламодатели. Эски паркура записать. Спасибо, Никит, спасибо большое. Я тебя прям уважаю после этого. Где вы там? На Игромир так тебе руку пожму. Что ты больше не сможешь жать. Меня научили в школе хорошо жать руки. Там надо на определенную точку нажать, чтобы... Я, кстати, умею, чтобы рука вот так вот сложилась, да, немножко? Да, ну такое тоже есть, чтобы косточки там... Да-да-да. Ну это изи. Я тоже умею жать руки правильно. Ты еще жать кое-что умеешь правильно. Ну, это без... Да кто стреляет, сразу замедляется? Мне такой же сейчас пукан сгорит, пожалуйста, ребят, не... Я вниз посмотрел, мне страшно стало. Давай перепройдем. Давайте го перепройдем реально. Пожалуйста, Никита, я сейчас сдохну. Как же меня раздражает. Давайте прописываем перестарт гейм. Ты чё? Тихо! Тихо! Не надо им перестарт... Смотри, сказал, прописываем перестарт гейм, за 3 секунды 3 платформы прошел. Не надо им перестарт гейм, я еще... Перестарт гейм через это, через минуту... Ни хрена ты уже. У тебя, кстати, 4 минуты осталось, чтобы пройти эту карту. Серьезно? А, 3,5. Ну я успею. Ну, смотри, если... там еще перелеты будут тяжелые. Да ты чё, серьезно? Да, 3 минуты у тебя. Откуда ты? Я сейчас стараюсь. Так, хорошо. Давай. Я не зря же столько много здесь потел. Серьезно, тут, я кстати, остался. Зачем ты? Кого запустил? Или вы... А теперь куда быстро? Перелет, блин. 2.20. Куда перелет? Перелет, а не взлет. Слева, давай. Вот. Ясно, блин, на. Две минуты. Это последний. О, красавчик. Так, я реально сейчас потею. Так, теперь куда? Туда? Вот, все, вот, это финиш. Вот, все, успел. Прикинь, сейчас бы не успел бы, если бы лоханился. Ну, я сейчас просто вообще. Включил все свои яйца в кулак и все. И минуты, финишировал. Минуты, да. Есть, реально. Да, у меня уже сердце просто замерло. Ой, спина болит, и все болит. И мозги плавятся, и хочется орать на всю квартиру то, что соси азиат жопу мою, потную. Все, ребята, с вами были Козак и Бартыкус. Хотите, если еще такого, то ставьте лайкусики. Всем удачи, всем до скорого. Пока, ребятки.